Вот такой замечательный мотоцикл Ninja 400 с небольшим пробегом. Есть замечание немножко по косметике. С правой стороны, здесь на пластике, то есть здесь, здесь, где-то чуть-чуть привалили его вот на ручке тут, такие моменты. Лапка повреждена, тормозная, здесь, ну, критично ничего, как обычно, привалили слегка. Задняя резина у нас, можно сказать, новая, протектор отличный, перед желательно поменять, 19-й год здесь, колодки еще катать и катать, по переду резину желательно поменять, передние тормозные выработки минимальные, колодки тоже желательно поменять, остаток уже маленький, процентов 20. Два ключа, один оригинальный, один такого, так, подождите, нет, один ключ, второй просто под шлема поставили, подогрев рук, здесь вот есть такой держатель для телефона, и две розеточки, одна USB, вторая просто под прикуриватель. Есть вот такая замечательная подсветка, причем когда включаете зажигание, она горит зеленым. Как только перестает качать насос, остается гореть неяркая. Еще раз. И уходит она в оранжевый цвет такой. Желто-оранжевый какой-то. Вот так стильно, интересно. Пробег. Так это выглядит.